Привет, с вами снова Соколов Григорий. В этот раз я хотел бы сделать видеоответ для тех, кто видел мой видеоролик по открыванию консервных банок различными способами. Очень много пожеланий, чтобы я открыл консервную банку голыми руками. В этот раз я хочу вам это показать, как это можно сделать. Вот в данный момент у меня есть вот самая... У меня в пайке была вот такая вот гречневая каша, мясокомбинат. Я попробую эту банку открыть голыми руками. Не используя ничего. Чтобы было вам более-менее понятно, я уберу сейчас, уберу всю бумагу. Понятно. Вот я беру шов и к этому шву перпендикулярно делаю прогиб в банке. Аккуратненько. Пальцами. Аккуратненько. Раз, два. Формулы ломаются очень легко в этом направлении. Но дальше как бы идет упор. Чтобы мне дальше все это заломать, я что делаю? Я беру пальцы в замочек, аккуратненько таким вот образом. Вот. И делаю дожимание грудной клеткой. Видели, да? Вот в этом месте перегиба, банка очень слабо становится. Теперь, мне нужно сделать тот же самый разлом с другой стороны. Пальчиками аккуратненько нажали. Точно так же. Точно так же взяли с другой стороны. Так вот. И тоже точно так же заломали. Вот. Вот она. Так. Теперь, если там будет жидкость, я думаю, у вас ума хватит, чтобы эту жидкость куда-либо сама слить или еще что-нибудь вроде. Ну тут каша у нас, поэтому мне бояться нечего. Теперь делаем такую вещь. Ох ты, господи. Сейчас она немножко будет потекать чуть-чуть, но это ничего страшного. Вкусняшка. Так, теперь берем так раз. И аккуратненько, частыми движениями. Делаем две порции каши. Я, конечно, понимаю, что многие сейчас будут комментировать там, вот, мол, да ты попробуй там сгущенку открой или еще что-нибудь вроде. Если мне нужно будет, я открою. И залью куда-нибудь, куда угодно. Но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда вот у людей есть консервы, они не знают, как их открыть, и просто-напросто помирают с голоду. Случаи, конечно, бывают разные. Вот я сейчас нахожусь в Комсомольске-на-Амуре, вот видите, такая ситуация. Конечно, здесь, может быть, без проблем, то есть, как бы, найти любое приспособление, которым можно... открыть консервы, гуманитарную помощь или еще что-нибудь вроде. Но случись где-нибудь, вот сидишь на крыше и черт знает, что делать. Ну ладно, это все эмоции. В общем, с вами был Соколов Григорий. Всего доброго, пока, жду ваших комментариев. Посмотрите на моей страничке, может быть, вы найдете еще что-нибудь интересное для вас. Пока.